Совет по вопросам развития добровольчества начали с неофициальной части. Губернатор Алексей Русских отметил успехи ресурсного центра «Счастливый регион». В этом году его коллектив отмечает первый юбилей – 5 лет со дня основания некоммерческой организации. За это время удалось запустить несколько крупных проектов, войти в международные программы. Ключевая цель – дать волонтерскому движению простор для творчества. У подростков и молодежи часто потребность – это общение. И как раз волонтерство дает такую возможность общаться друг с другом, общаться на равных, реализовывать свои какие-то желания, свои проекты общественные. Сейчас у нас реализуется проект, который будет называться «Добро Академия». Он еще в апреле только стартует, и там мы как раз соберем всех активных школьников и студентов и тоже будем направлять их деятельность и вовлекать в волонтерство. В ресурсном центре задействовано 75% активистов от общего числа волонтеров Ульяновской области. Это молодые люди от 14 до 35 лет. Всего же в регионе добровольчество объединяет больше 30 тысяч людей. Проекты курируют самые разные – от оказания адресной помощи до поддержки бойцов СВО и их семей. На развитие деятельности федеральный центр выделил дополнительные средства. Финансирование направили на открытие доброцентров – площадок, где созданы все условия для реализации идей. У нас 7 доброцентров уже открыты, они направлены на вовлечение молодых людей в волонтерскую добровольческую деятельность. Это и пространство, они сейчас брендируются. В ближайшее время мы будем подавать заявку на регион добрых дел. Это федеральный конкурс, который позволяет привлечь федеральные средства для проведения мероприятий, связанных с сплочением обучения волонтеров и добровольцев. Параллельно идет подготовка еще одной волонтерской программы – Всемирных игр дружбы. Соревнования запланированы на осень этого года. Площадкой проведения выбраны Москва и Екатеринбург. Губернатор Алексей Русских отметил, что для наших волонтеров это еще одна возможность обменяться опытом и показать пример своим соплеменникам. Как сказал Владимир Владимирович Путин, участие в добровольческих проектах стало нормой жизни для многих жителей России. Волонтеры – это наше достояние, это опора для страны. Своим примером, своими свершениями они вдохновляют тех, кто рядом. Волонтеры помогают в организации международных и всероссийских праздников. С апреля у активистов началась пора подготовки к 9 мая. Годовщину 79 лет со дня Великой Победы планируют провести достойно. Сейчас ребята готовят план мероприятий и прорабатывают концепцию патриотических акций. Александра Никитина и Сергей Кудаков. Улправда ТВ.